Я не знаю, почему стало сердцу моему словно сладкая отрава, золотая балаклава. Полная романтизма и загадок, удивительно красивая балаклава раскинулась вдоль западной части южного берега Крыма на 42 километра. Сам город расположен близ Севастополя, на берегах редкой красоты небольшой бухты. Случилось так, что в силу недавних исторических обстоятельств балаклава была закрыта для массовых посещений. Аура балаклавских пейзажей творит чудеса. Пушкин, Мицкевич, Толстой, Бунин, Чехов, Куприн, Грин, Паустовский. Все по очереди веков и дат влюблялись в этот город, в его наполненные историческим светом чудесные окрестности. Легендарное прошлое балаклавы уходит корнями в античные легенды и мифы. К тем временам, когда корабль аргонавтов хитроумного Одиссея подошел к берегам Тавриды, а только затем в замечательную гавань будущего города. С тех пор призрак античной предыстории балаклавы бродит вдоль скалистого побережья, по укрытым субтропическим лесам окрестным горам, порой проявляясь в оригинальных транскрипциях названий здешних мест. Мыс Сарыч, бухта Ласпи, Бателеман, мыс Айя. Здесь проходит незримая граница балаклавы. Многие современные храмы балаклавы так или иначе связаны с античным и средневековым прошлым Тавриды. Первые восточноевропейские христианские храмы берут свое начало в живописных предместьях балаклавы. Так, по преданию, в Инкермане-Каламите, это северо-западная граница Балаклавского района, еще в первом веке от Рождества Христова принял свою мученическую смерть первый римский папа Климент I. В разные годы город назывался символом Ямболи, Чембала, Балык-Юве, Балаклава, Маленький Лондон и вновь Балаклава, что в переводе с турецкого значит «рыбье гнездо». Порой кажется, что время остановилось в веках, застыв над Балаклавой в величественных руинах былой Генуэзской крепости. Со времен постройки Генуэзской крепости Чембала прошло более 500 лет. Канули в лету генуэзские дожи и мангубские князья, господа Феодора, и турецкие султаны. До сих пор Англия скорбит в печальную дату 13 октября. В тот день 1854 года на полях Балаклавы был напрочь уничтожен цвет британской армии. На укрытых виноградными лозами склонах долины произошла сумасшедшая по нелепости приказа гибельная атака легкой бригады английской кавалерии на редуты русских пушек. Здесь погибли многие лорды, милорды, герцоги, бароны. Погиб в том бою и герцог Мальборо, дед Уинстона Черчилля. Крымская война в какой-то степени породнила Балаклаву, город Куприна и греческих листригонов, с берегом Туманного Альбиона. До сих пор высший орден британских королевских вооруженных сил
чеканится из металла, захваченных под балаклавой русских трофейных пушек. Эхо военных компонентов истории затихло в ландшафтной памяти этих дивных предместных долин и холмов, где в неимоверном пасьянсе судьба разбросала различные по времени и значимости памятники эпох и народов. По спирали. И как знать, возможно, новый этап развития балаклавы будет созвучен многим европейским процессам. Быть может, как во времена итальянского ренессанса, на балаклавскую бухту символов, симбалон, символа, чембала, балаклаву, будут замыкаться конечные маршруты европейских торговых путей и цивилизаций.